Избирательная комиссия Приморского края представила макет бюллетеня для сентябрьских выборов губернатора Приморья. Фамилии кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке. Андони Александр от Коммунистической партии «Коммунисты России», Ковалев Денис от Казачьей партии Российской Федерации, Кожемяка Олег от «Единой России», Кошелева Инна от ЛДПР и Рудюк Кирилл от «Справедливой России», «Патриоты за правду». Также в избирательной комиссии прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени на теле- и радиоканалах. Это позволит каждому зарегистрированному кандидату вести свою агитационную кампанию в СМИ. Избирательных участков, стационарных участков у нас на сегодняшний день образовано 1265. Помимо обычных планируется 250 избирательных участков. Это 37 участков в местах пребывания и различных местах пребывания. Аэропорт, следственные изоляторы, медицинские учреждения. Вот. И 213 участков – это ориентировочная цифра, которую мы для себя тоже имеем в виду. Это участки на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании. Именно такое количество было образовано на выборах последних больших выборах, выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания. Напомним, голосование на выборы губернатора Приморского края пройдет в течение 3 дней – с 8 по 10 сентября 2023 года. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.